Главными причинами разрушения суставов являются воспаление, солевые отложения, разрушение хрящей и костных тканей. Если вы хотите избавиться от болей, то их надо устранить, причем сделать это можно при помощи народных средств. В этом видео мы расскажем, как простой соленый мед поможет избавиться от проблемы. Мед – это вообще универсальное средство в народной медицине. Он эффективно снимает раздражение и воспаление, является хорошим обезболивающим средством, стимулирует хорошее кровообращение, обмен веществ в тканях и помогает организму восстанавливаться. Все это помогает вывести лишнюю жидкость, снять отечность, а питательные вещества и витамины помогут поднять иммунитет и общую сопротивляемость организма. А соль – это отличное адсорбирующее и противовоспалительное народное средство, которое избирательно выводит лишнюю жидкость, токсины и влагу, не затрагивая жировые ткани. Смешав эти два компонента, вы можете усилить их свойства. Соль и мед необходимо взять в одинаковых пропорциях, по одной столовой ложке на каждое колено. Мед должен быть жидким. Пропитываем смесью хлопчатобумажную ткань и оборачиваем пораженный сустав. Сверху заматываем пленкой и укутываем чем-то теплым. Курс рассчитан на 15 дней. Каждый день накладываем компресс на несколько часов или на ночь. Чтобы усилить эффект от этого компресса, можно добавить несколько капель йода. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.